Hola. Hola, amigos. Hola. Hola, soy Ana y estos son mis papás y hoy vamos a probar galgueras o chucherías de Guatemala. Aquí abajo van a encontrar los subtítulos en español. Vamos a empezar con las yuquitas. ¿Что вы думаете это такое? Чипсы. Да, чипсы. Юкитас. Юка. А что это за растение? Кактус. Может быть, банан? Ну, давайте попробуем. Ты мне первый. Хочешь? Что думаете? Похоже на картошку. А ты что думаешь? Похоже на картошку, да. Тебе нравится? Да. Такое. Да, можно в салат добавлять даже. Это сладкая картошка. Батат? Да. Это батат? Да. Вкусно. Прикольно. Continuemos con las habas. Aquí tengo habas con sal y habas con chile y limón. Vamos a probar. Вот это, как ты думаешь, что это такое? Хлопья кукурузные. Это то же самое, только с чили и лимоном. Как ты думаешь, что это? Фасоль. Я думаю. Фасоль, думаешь? А я думаю, кукурузные хлопья. Кукурузные хлопья? Да. Ну, открывай. Что это такое? Фасоль или горох засушенный? Нет, это фасоль. Да, это фасоль. Фасоль, да? Да. Да, фасоль. Ну, вкусно, да. Мне это больше нравится. Да, то вкусно. Да, чуть-чуть. Интересно такой вкус. Я фасоль люблю. Мне нравится. Ну, то вкуснее, чем это. Да, это вкуснее. Такой. Так более пикантный. Entonces, a mis papás les gustan estos más con chile y limón. Continuemos con las plataninas. ¿Что вы думаете это? Это банан. По семечкам узнала. В разрезе банан. А ты, папа? Да, да, банан. Открывай. Ну, только по внешнему виду пока узнали. Gracias. Спасибо. Прикольно. И даже чувствуется банан. Жареный? Как жареный, наверное, банан? Ну, чипсы из банана. Вкусно. Мне нравится. Ну, так, своеобразный вкус. Не очень. Угу. Предыдущие были лучше. Можно сольки добавить, по мне. Чуть-чуть еще. Посолить. Ну, тут есть соль немножко. Ну, я бы еще посолила. Но мне нравится. Continuemos con los chicharrones. Что вы думаете вот это? Жареные креветки. А ты как? В кляре. Сухарики какие-то. Чичарон. Что-то знакомое слово, чичарон. Пахнет это салом. Сало жареное. Шкварки. Да? Это шкварки. Вкусно, я такое люблю. Вчера только жарила. Да, вкусно. Да. Это наши шкварки. Вкуснять, а мне это вот первое место. Вообще классно. Tenemos algo así, se llaman шкварки, es piel de cerdo con un poco de grasa de cerdo y frita. Continuemos con los elotitos. Aquí tengo con barbacoa y con picante. ¿Tú me echaste? Arachis, ¿da? Y riz. Arachis в соли, ¿da? Я думаю, это горох. Это воздушный рис, ¿da? Нет. Нет, это кукуруза. Я теперь рассмотрела. Кукуруза, да. Это кукуруза. Это кукуруза, да. Специи. Ну, похоже на воздушный рис у нас, вот, которые продаются. Да. Вкусненько. Это у меня пиканты. Острый. Вот это вообще такой вкус, как точно попкорн. Какой вам больше нравится? Пиканты, который. Угу. А вкусно и то, и то. Мне нравится и то, и то. Да, вкусно очень. Класс. Одобрям. Continuemos con el tortrix. Aquí tenemos con chicharrón, con picante, con limón y barbacoa. Barbacoa. Вкусно. Вкус барбекю. Ну, я не знаю, что это. Я не знаю, что это. А ты? Картошка. Похоже на картошку. Это не картошка. Даже не скажу, не знаю. Это чипсы из кукурузной лепешки. Из тортильи. Тортильяс.
вкусное. Да, хорошее. Ну, мы же не знаем, что такое тортильяс настоящий. Кон лимон. Это вкусно. Чистенько. Мне нравится. Хорошая, да, вкусная. Я тебе сейчас скажу, на что похоже. На хлопья кукурузные. Угу. Очень вкусно вот это, да. Кон пиканте. Остренько. Очень остро. Нет. Хорошая. Лучше, чем лимон, но барбекю вкуснее мне. Угу. А мне лимон больше понравился. И el último con chicharrón. А чичарон уже была подсказка, это шкварки. Я уже выучила новое слово. Чичарон. Да. Ну там... Хлопья с чичароном, да? Да, да. Но меня все равно выигрывает мне барбекю. Под телевизор сесть, такое смотреть, и отлично. Так а какая тебе больше из этих четырех понравилась? С лимоном. С лимоном? С лимоном. Давайте, какой у вас топ? Чичарон. А, родной вкус сала. Это okay. Мой первый. Кукуруза с перцем. Элотитос. Да, вот это вот. Algunos de estos snacks no son de Guatemala, pero en Guatemala los consumen mucho y los compré en Guatemala. Aquí tienen, mis papás probaron las galgueras de Guatemala. A mi mamá le gustó chicharrón mucho y a mi papá elotitos, que sabemos que son de El Salvador, pero en Guatemala lo consumen mucho. Por supuesto, hay muchos más snacks en Guatemala, pero yo compré los que no tenemos aquí en Ucrania y que son extraños y interesantes y curiosos para nosotros los ucranianos. Мне понравилось. Все понравилось. Очень, да. Мне все понравилось, но больше всего чичарок. Les mandamos un gran saludo. ¡Saludos! Para no perderse mi contenido, suscríbanse a mi canal aquí. Aquí abajo están mis redes sociales. Y si quieren ver más de mí, aquí está mi otro video. Gracias por ver mi video. Soy Anna, la ucraniana. Nos vemos la próxima vez. ¡Пока! ¡Увидимся! ¡Пока!